Слава Украине! Я, скульптор Нарсе Бацаши, посвящаю свое произведение «Прометей Победитель» этому героическому народу. Народу, который дорогой ценой жизни своих сынов и дочерей несет человечеству новую эру миропорядка света, эру свободы, равенства и братства, христианского братства на нашей маленькой раеподобной планете. Слава народу, титанам Прометеям, несущему на себе так называемой спецоперацией тяжесть необъявленной Третьей мировой войны. Слава могучей Украине, контроперации, сокрушающей имперские головы орла путинской России, террориста, держащего человечество под ядерным прицелом. Слава и содействие Украине, одновременно упраздняющей бытующий доселе языческий миропорядок тьмы и в 21 веке звериным законом и правом силы, обращающим народы в рабов и господ.